Это благородный мужчина. Один из благороднейших мужчин нашего времени. Один из немногих доблестных мужчин нашего времени. Его преследуют в каждой стране. Его также преследует Интерпол с намерением арестовать его. После того, как его изгнали из своей родины, после того, как индусы изгнали его со своей земли, это храбрый человек, Закир Наек. И я говорю, где ваша помощь шейху? Я говорю арабским странам и мусульманским странам. Где ваша помощь шейху Закиру Наеку? Разве до сих пор нет ни одной мусульманской страны, которая бы приняла его? Страны, у которых есть свои аэропорты. Они открыты для проституток и танцовщиц, открыты для артистов, мужчин и женщин. Которые проводят для них фестивали, предлагают им гражданство. А как насчет этого мужчины, который сражался своими знаниями против язычников, индусов, христиан и иудеев? Разве нет ни одной мусульманской страны, которая бы приняла его? Где мусульмане? Где арабские страны? Или нас больше ничего не интересует, кроме проституток и танцоров? Я спрашиваю, разве не осталось среди вас ни одного здравомыслящего мужчины? Разве не осталось среди вас ни одного праведника? Ни одного праведника, который бы принял доктора Закира? Или же эти времена стали настолько странными? Я обращаюсь к тебе, Закир Наек. Достаточно для тебя Аллаха, о Закир Наек. Достаточно для тебя Аллаха. Будь там, где ты есть. Оставайся там, где ты есть. Если тебя обвиняют в терроризме, то мы такие же террористы, как и ты. Если тебя обвиняют в терроризме, то мы такие же террористы, как и ты. Что это за обвинение? Религия ислам, разве это терроризм? Призыв и распространение ислама – это терроризм? Что это за обвинение? О, Закир Наек! Напомни им, что ислам останется навсегда, вопреки их воле. О, Закир Наек, обнадежь их, что ислам останется навсегда, вопреки их воле. Я обращаюсь к тебе. О, благороднейший мужчина, подобный скале, оставайся стойким, с высоко поднятой головой, несмотря на ветер. Оставайся стойким, с высоко поднятой головой, несмотря на шторм. Будь решительным.